друзья, помогите нам, пожалуйста, вот таким вот образом. Сейчас покажу. Я вижу, я снова вижу тебя такой детской юбки, что мой покой, мой сон превратился в тебя. Я умоляю тебя. Можно петь? Все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну, а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Тебе 17, тебе опять 17 лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу нет. Твой портрет, твои дети, я расскажу им о том. Дети, вашей маме сегодня 17, вы просто поверьте, а поймете потом. Твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну, а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Вазу в нашем доме, в них так редко бывают цветы. Мои снова будут тюльпаны, я помню, их так любишь ты. Я напишу свою лучшую песню, если будет угодно судьбе. И первый сыграет ее тебе, конечно, тебе. Вы так тепло нас встретили. У вас такой замечательный, уютный зал. Это так прекрасно, когда все это сходится. И, по-моему, сегодня у нас, кроме доброты, счастья и любви, ничего больше не было. Правда? Здоровья вам, счастья, любви, добра! А для вас сегодня работала, не работала, выступала и наслаждалась группа «Стиляги Филармония, нам вас очень понравилось. А теперь улыбочку всем. Разрешите с вами сфотографироваться, Казань!